Жители остро почувствовали, и мы видим много критики в соцсетях, что много жалоб появилось. То есть много жалоб. Вы выполняете 80% существующих пассажирских перевозок в городе. За свое ответьте, то есть какое количество техники у вас должно быть на линии, какое в реальности. Когда придут новые автобусы, это будет кардинальное решение вопроса. Но вот этот период там до мая надо прожить. Действительно, автобусный парк, который сейчас насчитывает 236 автобусов, он уже не справляется. Сколько у вас сейчас на линии автобусов? Сколько исправно? Значит, должно быть выходить, чтобы я закрыл линию, 186 так, автобусов. А сколько ежедневно выходит? Сколько выходит? Выходит порядка 150. 36, да? У вас не выходит? Не выходит. Но я надеюсь, это не одни и те же стоят по году. Нет. Мы ожидаем буквально в апреле, в мае месяце поставку новых автобусов. Контракты все заключены. И, безусловно, это кардинально решит все эти вопросы. Вот. Но вместе с тем, пока в ручном режиме происходит управление этим процессом, с тем, чтобы нареканий было как можно меньше.